Всем привет! Приветствуем вас на канале Queen Eris. А сегодня мы будем открывать игровую приставку Nintendo 3DS XL с игрой Mario. Mario уже предустановлен, но потом мы откроем еще дополнительно другую игру. В данной приставке у нас игра Super Mario Bros. 2 Gold Edition. Такая вот приставка в такой коробочке приходит небольшая. Вид сзади. Видите, написано, что уже предустановлена игра Super Mario 2. Вот такая вот игра. Желтенькая коробочка, веселенькая. И сама приставка у нас будет вот такая красненькая, с фигурками Марио. Начнем открывать. Посмотрим, где у нас. Мы открыли коробочку, в которой приходит приставка. И теперь мы все достаем. Все, коробка пустая внутри. Коробка красивая, подарочная. А вот у нас внутри документы лежат. Здесь карточка от Nintendo. Даже несколько карточек. Вот такая вот карточка в комплекте. Также идет руководство в комплекте. Книжечка такая. И идет Nintendo Club. Также в комплекте есть зарядное устройство подзаряжаться. И, конечно же, сама приставка. Nintendo 3DS XL. XL – это супер большой экран. Вот такая вот у нас приставка. Эти Марио нарисован веселый. И из игры, популярной когда-то в детстве многих взрослых игры Марио, нарисованы кирпичики, монетки, грибочек, труба. Вот такая Nintendo 3DS XL. Это информация о том, что это Nintendo. Она у нас, конечно же, не заряжена. Ее нужно будет зарядить. И потом мы сможем вам показать, как играть. Ну что, поиграем нашего Марио? Вот у нас включается наша приставочка. Ну, достаточно быстро Nintendo включается. И у нас с вами будет выбор игр. Мы можем выбрать нашего Марио. Вот Марио, он предустановлен. Не нужно вставлять никакие картриджи, ничего не нужно вставлять, так как игра Марио уже установлена. Да. А вот и наш Марио. Мы будем играть. У нас один игрок. Мы уже начали играть в эту игру. Мы вам просто покажем. Смотрите, какой у нас Марио. Вот управлять. Управлять очень легко. Есть такой джойстик. Можно с его помощью управлять. А можно по старинке кнопочками. Я хочу. Мы чуть-чуть поиграем. Покажем вам просто, что приставка рабочая, в действии. А игра очень-очень веселая. Видите, она немножко с другими правилами. Кто помнит старинного Марио? Марио. У нас такой цветочек, и мы сможем плеваться. Вот так. Еще здесь можно разбивать все кирпичики. И видите, у нас Марио прыгает с монетками. Это он прыгает, потому что у него на голове такой приз прикольный. Он позволяет много монеток собирать. Здесь тоже нужно сражаться с драконами, с цветочками. И со многими разными чудиками-юдиками. Тут и гусеницы ходят. И кого здесь только на самом деле нет. Очень веселая, веселая игра. Вот, а пока мы с вами будем играть, мы вам показали, в принципе, Nintendo в действии. Видите, у нас убегает наша попытка. Опа, мы ее словили. Алисе нравятся такие игры? Правда? И играть несложно и прикольно. В общем, вот такая Nintendo у нас в действии. Мы продолжим играть уже без вас. А почему мы не могли? Спасибо, что были с нами на канале Queen Eris. Подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч завтра. Пока-пока.